За призы губернатора ЕО Ростислава Гольштейна сразились новички во время межрегионального турнира по боксу. На установленном впервые за много лет на стадионе «Дружба ринге» свои силы в соревновании попробовали 57 начинающих спортсменов от 11 до 16 лет. Из них 20 дошли до финала. Поддержка спортивных инициатив и содействие проведения соревнований всегда было и остается в числе приоритетов губернатора Ивейской автономной области. Мы считаем, что это самый серьезный ресурс для популяризации культуры, спортивного образа жизни и укрепления в обществе основополагающих принципов спорта. Это равенство, справедливость и, конечно, взаимное уважение. Кроме трех клубов еврейской автономии из Биробиджана и села Ленинская, в турнире участвовали и гости из Хабаровского края и Амурской области. Для некоторых ребят это были первые соревновательные бои. Ценность этого турнира, опять же, в том, что мы уделяем особое внимание подрастающему поколению самым маленьким боксерам. Вы же видите, люди проводят первый, второй бой, и вы видите, с каким одушевлением они принимают в этом участие. Главная идея турнира – дать возможность проявить себя именно начинающим спортсменам. Поэтому среди участников нет ни одного опытного боксера. Такой подход организаторов к проведению состязания позволил ребятам уверенно держаться на ринге. Организация турнира, как всегда, на высоком уровне. Мы не первый год приезжаем на различные турниры к вам сюда. И всегда радует организация, всегда радует теплый прием. Встретили, разместили, до места соревнований довезли, что не боксировать. Все условия созданы, только боксируют. По итогам межрегионального турнира 9 кубков победителя завоевали спортсмены еврейской автономии. Остальные награды забрали хабаровчане и благовещенцы. 9 и 2 соответственно. Алена Шот, Кирилл Богаченко. Новости 21.